Стартовый натиск рязанских футболисток «Они в белом» буквально ошеломил гостей. Раз за разом отправляли десантницы свои парашюты в штрафную соперницы, только мастерство стражи ворот Енисея Анастасии Климовой не позволяло хозяевам открыть счет. Но после третьего корнера и она была бессильна. Хозяева прижали и сразу показывают, что готовы они забивать с первых минут. Удар под перекладину, шикарный выстрел. 1-0. Забивает Рязань ВДВ. Ксения Алпатова попадает просто изумительно. Свое весомое преимущество по ходу первого тайма рязанские футболистки могли воплощать во второй забитый мяч уже на 17-й минуте. Пушка страшная от Алины Скидан заставила звенеть стойку енисейских ворот. Впрочем, заигравшись в атаку, хозяева зевнули контрвыпад. Валерия Алешичева выскочила на рандеву с Маргаритой Широковой, но переиграть голкипера Рязани в ближнем бою не сумела. Второй тайм рязаночки начали с активного прессинга и, показалось, намеренно отдали инициативу. Это сработало на 56-й минуте. Ксения Шахова выдала идеальную передачу на ход Виктории Дергаусовой, и та точным ударом завершила свой слаломный проход. Пока момент у Дергаусовой, на скорости она пытается прорваться. Дергаусова забивает 2-0. После гола хозяева решили играть по счету. Красноярки все чаще стали проникать в их штрафную. В одну из пауз наставница Енисея Ольга Капустина попыталась скорректировать игру своих подопечных. Этот момент попал в телетрансляцию. Ждите, поняла, Валь? Да. И там и центральная зона. Поджимайте вот эти моменты, поджимайте подборы, чтобы собирать. Своего шанса футболистки в красном дождались на 82-й минуте. Очередной заброс в рязанскую штрафную неожиданно дошел до адресата. И в полушпагате Валентина Жукова мяч в ворота все-таки протолкнула. Но шанс у Енисей! Гол! Забивает, да, засчитано Валентина Жукова, но все-таки она себя поздравила. Мы, в принципе, достаточно уверенно контролировали ход игры, забили два мяча, поэтому девчонкам спасибо большое, спасибо болельщикам за такую поддержку. Но пропустили, да, необязательный гол, поэтому такая получилась концовка. В самой концовке матча гости могли и сравнять, но с убойной позиции Карина Васильева пробила мимо. 2-1. Победа рязаночек. После этой победы, с учетом кубка, уже третий по счету, Рязань ВДВ вышла на 7-е место в таблице женской футбольной лиги. Следующий матч в гостях с аутсайдером первенства Казанским Рубином. Максим Васильев, телекомпания «Город».